Новогодние праздники не обошлось без травм. За помощью в травмпункт обратились 350 пострадавших. В усиленном режиме работали сотрудники скорой медицинской помощи. В праздничные дни поступило 4700 вызовов. С какими жалобами обращались горожане чаще всего? Врачи подвели итоги длительных выходных. Сандугаш Жумабаева в скорой медицинской помощи работает около 40 лет, из них 7 диспетчером. В новом году ее смена выпала на 1 января. В этот день зафиксировано максимальное количество звонков. Ну, это традиционно, это самые тяжелые дни, потому что 1 числа, как правило, не работают поликлиники, пациенты не знают, куда обращаться. Естественно, и первая служба – это скорая помощь. Было больше 500 обращений на скорую помощь, около 600 где-то приблизительно. Ну и львиная доля, конечно, детки болели у нас с температурой, взрослые с температурами. Вы знаете, я считаю, что вот это вот первое число было гораздо спокойнее, чем предыдущие года. Потому что раньше, я помню, как-то один год мы работали, у меня было 1000 с лишним вызовов. В основном горожане обращались с симптомами ОРВИ и гриппа. Были и те, кто жаловался на обострение хронических заболеваний. 11 раз медики выезжали на место дорожно-транспортных происшествий. В целом же, по словам врачей, первые дни 2023-го для сотрудников станции скорой медицинской помощи выдались относительно спокойными. Количество вызовов снизилось. С 31 по 8 мы обслужили 4700 обращений. По сравнению с тем годом мы обслужили на 136 обращений меньше. Относительно спокойными праздничные дни выдались и для травматологов. Пик обращений пришелся на 6 января. В этот день в травмпункт обратились более 70 пострадавших. То есть если брать в сравнении с прошлым годом, то за прошлый год, в прошлом году, за эти 8 дней было у нас 392 человека, а в этом году 350. То есть как бы народу поменьше стало. Достаточно легкие повреждения, легкие ранения. Если говорить о травмах чисто праздничных новогодних, то вот ожогов, как все обычно интересуемся, ожоги петардами, салютами, в этом году, как в прошлом году, не было ни одного пострадавшего. Из отморожений, раз мы говорим про зиму, было всего, в общем-то, два пострадавших у нас за это время. И то травмы первой и второй степени отморожения, то есть небольшие переохлаждения пальцев рук. Меньше стало травмированных на горнолыжных курортах. Если в новогодние каникулы в 2022 году за помощью обратились 30 человек, то в этом всего 8. Впрочем, несмотря на то, что праздники закончились, врачи рекомендуют и дальше бережно относиться к своему здоровью, быть внимательными на дороге и одеваться по погоде. Ольга Аникина, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИ.